Привет, пин-котики! С вами снова я, дарительница подарков. И сегодня с моими помощниками Бятой и Машей я вам расскажу об очередном подарке для вас. И сегодня это игра Нуар. Нуар – это несколько отдельных детективных игр, для которых используется единая колода карт. Многие из этих игр похожи друг на друга, поэтому мы расскажем вам об одной из шести. И это будет... Бандит против инспектора. Сыграйте в опасные кошки-мышки и выследите бандита, пока он не добрался до вас. Многие из этих игр похожи друг на друга, поэтому мы расскажем вам об одной из шести. Но в этой игре и бандиту, и инспектору придется оставаться на чеку, ведь каждый станет охотником и добычей. Для начала выложите 25 карт в виде квадрата. Далее мы перемешиваем карты доказательств. Главное убедитесь, что карты доказательств соответствуют подозреваемым. Совершенно случайным образом определите, кто будет бандитом, а кто инспектором. Возьмите по карте принадлежности, чтобы не забыть, кто есть кто. Теперь бандит случайным образом берет одну карту. Так как Маша оказалась бандитом, она берет карту рубашка вверх. Это будет ее тайная личность. После первого раунда игроки в каждый свой ход могут выбрать любое действие. Инспектор может сдвинуть и обновить игровое поле. Также он может обвинить соседнего подозреваемого или оправдать его. Бандит, так же как и инспектор, может сдвинуть или обновить игровое поле. Или убить соседнего подозреваемого. А также замаскироваться или попытаться сделать это. Бандит выбирает любого подозреваемого рядом с собой на игровом поле и переворачивает его стороной с погибшим персонажем вверх. После первого раунда одним из подозреваемых на игровом поле становится инспектор. Если бандит убьет его тайную личность, то он выиграет. Убив невинного подозреваемого, он проводит допрос, был ли убитый рядом с инспектором. Но, как правило, в первом раунде этого не происходит. По аналогии с бандитом, выбирающим кого убить, инспектор может обвинить любого подозреваемого на игровом поле рядом с собой. Если названный им подозреваемый действительно оказывается бандитом, то инспектор побеждает. Важно, действия убийства и обвинения не распространяются за границы игрового поля. Как только колода закончится, игра завершается. А ты участвуй в нашем интерактиве и забирай эту игру.